Белорусский профессиональный клуб «Кикфайтер» был создан в 1992 году. За период 8 лет у нас в клубе подготовлено 8 чемпионов мира. 12 раз наши спортсмены поднимались на высшие ступеньки пьедестала на чемпионат Европы. Большое количество раз на Кубках мира. В настоящее время у нас в клубе тренируется 2 чемпиона мира среди профессионалов и 1 интерконтинентальный чемпион мира среди профессионалов. По итогам чемпионата мира 99 года клуб «Кикфайтер» занял первое место в мире среди клубов по кикбоксингу и тайландскому боксу. Ну, я считаю, одним из секретов клуба то, что у нас создан хороший профессиональный тренерский коллектив. Вот. То, что у нас ребята тренируются самозабвенно, работают с удовольствием, нам это дело нравится. Создана атмосфера доверия, товарищества, очень хороший коллектив. Вот. Ну и, конечно, новинки. Мы практически все время идем в ногу со временем, с техникой, используем различные тренажеры в подготовке спортсменов. Вот, в частности, тренажер «Бизон», который используем для укрепления кисти рук. Значит, у нас многие спортсмены наши славятся своими нокаутирующими ударами, как руками, так и ногами. Вот. Но этот тренажер, он достаточно серьезно помогает в укреплении, прежде всего, кисти, как самой травматичной части все-таки и в боксе, и в тайландском боксе, и в кикбоксинге. Очень просто в обращении, не требует какой-то специальной подготовки, занимает мало места. Ну, я просто всем рекомендую попробовать, поскольку это просто, это легко, и результат достаточно быстро вы ощутите на себе. Для нашего вида спорта очень важно, чтобы были крепкие запястья. Вот делая такие упражнения, они способствуют укреплению запястья, что очень важно для нанесения ударом рукой. При ударах руками возможно смещение кисти, если не до конца она напряжена или там ослаблена, оно может смещаться в сторону. Точно так же может сместиться и вниз, и вверх, и что может привести к травмам. Вот. А полгода назад, когда я впервые увидел этот тренажер и начал им заниматься, то понял, что, в общем, это гораздо лучше, чем любые другие упражнения, которые я делал до этого. То есть всякие отжимания мы делали там, но он более эффективен, и результат чувствуется сразу же, практически после пары месяцев занятий. Вот. И когда, значит, я с ним стал заниматься, то почувствовал, что у меня уже нету никаких таких, то есть рука не так ослаблена, я чувствую уверенно, и у меня нет сейчас таких проблем, которые были раньше. Значит, бывало, вылетали и пальцы, ну, выбивал, и там даже однажды руку был сломал, то он, в принципе, именно в бою. Вот. Сейчас у меня такого нету, ну, регулярно занимаюсь, где-то 2-1 раз в день, уделяют это минут по 15, больше особо не надо. Вот. Но главное, чтобы это было регулярно, и тогда результат чувствуется на лицо. Для начинающих спортсменов, ну, я могу говорить о своем виде спорта, вот, или для спортсменов уже достаточно опытных, но никогда не встречавшихся с этим тренажером, я бы от себя рекомендовал такой первый комплекс упражнений. Вот, это упражнения, значит, вот они довольно простые, вот, на вытянутых руках перед собой, значит, в такой плоскости, и вверх-вниз, вот так. Те же самые упражнения можно делать над головой, тоже, вверх-вниз и в сторону.
за спиной. То есть движение кистей одинаковое, но делаем это в различных положениях. И перед собой внизу. Вот. Для чего так менять положение? Это все делается для того, чтобы, как бы сказать, в различных положениях развиваются различные, затрагиваются группы мышц. Вот. И, значит, делая все эти упражнения в комплексе, получается, что прорабатывается полностью, закачивается полностью все запястье. Вот. Что очень важно и полезно для нашего вида спорта. В конце комплекса этих упражнений желательно делать амплитудные движения для того, чтобы снять загрузку с предплечья, чтобы не так забивались, загружались руки. Вот. Особенно это важно для тех, кто начинает только упражнение, потому что поначалу, если сильно увлекаться, могут забиваться эти части предплечья, вот, может даже чувствоваться какие-то боли, но они, в принципе, быстро проходят, когда регулярно начинаешь заниматься. Всем рекомендую этот тренажер, и если вы его сами возьмете в руки, то сразу же убедитесь в его эффективности. В подтверждение этих слов предлагаем фрагмент боя за право обладания межконтинентальным кубком с бойцом из Таиланда, чемпионом мира среди профессионалов Тарухардом Сорсупаваном.